Поставьте сливать, когда чтобы у кастрюли освобождались. Сегодня некоторых нету. Рабочий день объявили, видимо, за счет длинных каникул новогодних. И дети в школе. Поэтому тут сейчас пришли, остальные завтра будут. Вот первый раз. Ага, если есть. Ну, возьмите вот. На субботу. Спасибо. Я вечером еще наберу. Спасибо. Делали разметку, опухоли, короче, в теле. Убрали? Да, разметку сделали, первый раз вчера и... Посторонитесь. В сторону, в сторону. Верни зеленую маленько, в сторону, а то нас тут закрыли. А этот-то убирай тоже. Вот сюда отдерни, край. Во, хорош. Братья молодцы. Вот сюда теперь. Сюда подходите, сестры, вот сюда. Воронку одну сюда, давайте с ковшиком одним. Надя, дай ковшичек. И воронку одну дайте сюда. Сейчас мы даем. Возьмите, возьмите, передайте эту воронку. А кружка железная. Вот сюда ставьте, вот сюда. По центру. Нет, ну ладно, где лежат мешки, там, посмотри, там дальше нет. Виктор Андреевич, передайте. Виктор Андреевич, передайте. Александр Михайлович, вас довезти? Пока нет. Спасибо.
Зачем ты забрала? У меня пустая. Время еще очень рано. Вот кружка есть. Кружку бери. Обычно во сколько выход? Мы обычно в 11 подъезжаем. Кто сможет со мной быть коллегником у меня? И подъехать. Сестрами тоже можно? Можем. Мне там сумку можешь подержать. Что там это? Ну, поездки, о поездке своей батюшке говорит. Там часов только... В Динамовске. Монастырь хочет съездить и приглашает, чтобы кто-то с ним съездил. Чтобы там поддержать там куда-то. А вы не пойдете сегодня на утро? Видите, у нас необычно все случилось. Мы же обычно подъезжаем прям как, туда, к крещению. Ну. И там уже проповедовали. А сейчас еще 2 часа до этого дела. Еще 2 часа до этого? Ну да, но они только 11:30 где-то там появляются. Ну подождать надо, все равно надо. У нас Евангелие много. Люди есть. Но я как бы уже оделся, приехал. Ну да, у некоторых нету Евангелия, почему не да. Другое дело, что перекусить надо. Сергей, вы готовитесь на утро пойти? С надписями со своими болезнями. Надписи мы уже все не берем. Не берете? Они неудобно вообще. Невозможно раздавать. Да никто. Или надписи или раздавать. Никто не смотрит. Да, на спину повешать, тут душит она. Ну не то. Надо что-то рядом ставить, тогда другой разговор. Немножко как-то не в попад она. И они там всегда включают громкую музыку, чтобы ничего не слышно было. Да, да, очень плохо слышно. А то, говорит, проповедовать там невозможно. Это все равно, чтобы под воду нырнуть и там под водой проповедовать. Не, ну мы что-то делаем, там пытаемся в нескольких словах рассказать хотя бы, что это язычество. Вот то, сколько раз сегодня пели «Во Христа крестившийся, во Христа облеклись». Да. Нету ни погружения, ни обличения во Христа. Какой был, такой остается. То есть 100% всесоюзный обман. Ну, если уже этот такой благочинный, как Гордиенко, этот, который отца Павла... Да-да, в камне на Оби. Да, в камне на Оби. И то уже возмутился и не стал купель делать. Уже о чем говорить. Ну, он бывший парторг. Да, бывший коммунист сильный. И уговорили, говорит, там уже оцепление поставим, там не будет никаких пьяных. А не устоять, это система. Да, конечно. Люди думают, он окунется и что-то изменится. А он там только больше в грязи пачкается, в суевериях своих. Это язычество 100%. А святая вода, вот мы ехали, считают, Владивостока до Лиссабона, Прибалтику, Скандинавии, везде пили сырую воду, и ни один не заразился. Святая вода. Ни мы, ни собака, никто не заболел. Да. А иногда вода была такая, как густое кофе. А сейчас они идут к тому, что Маргарита, без погружения вот в купели святая вода это ничего, ничто не значит. Вот до чего доходит у них уже. Святая вода это... А главное погрузиться, ну, главное туда. Это по Ветхому Завету, по Новому. Я уже готова. Так, попутно занеси там, не анили-то, пока Володя пойдет, а заранее. Видишь, как удобно здесь. Мы работали дворниками в Покровском соборе. И вот после этого Богоявления, а там большое такое, как стоит бак, там этих пуговиц, разбитой посуды, вмороженные. И одна стала ближе, ее даванули, а тут перильца сделали, ей ребра сломали. Ну, я говорю, ну и как ты? Я, короче, пошла, так я сказала, у меня в трамвае сшибли, я упала. Я говорю, да ты еще и соврала к тому же. Мария Георгиевна. Самое интересное, если у нас сестры такой шум создают здесь. Ну, шумливо довольно-таки. Просто вода наливается. Это самый шумливый. Что творится, это кошмар. Самый шумливый праздник. Да. Вот на него как раз император Валент пришел в храм к Василию Великому, и когда увидел чинность, и говорит, такого я у себя никогда не видал, Иоариан. За воду прям бьются. Да. Так она, Покровский собор раньше было, в четверо стоят, и конца края очереди не видать, как будто бы мавзолею. Вообще удивительно, до чего народ дошел, а? Все разложили, все раздачи. Так они там под тюрьмой, где монастырь-то был, источник, оттуда берут и готовят пищу все время, каждый день флягами несут. Мне одна говорит, у меня, говорит, сын, стал чумака слушать, да лежать-то. А я, говорит, когда он спит, я ему туда наливаю святой воды, где заряженная вода-то. И у него, говорит, ничего и нету. Как болел, так и болеет. Я рассказываю про Володю Савалей.
людей интервью берем. Для чего? Для чего? Самое главное, ну, большое, что скажут, что очищение. Очищение. Все, больше ничего. Души очищение. Ой-ой-ой. Вот раскрывают наши. Скрывают ящик, коробку. Сокровище. Ну сколько тут примерно? Ну много, много. Большая коробка. В прошлый раз 700 привезли. Так. Вам помощь нужна ваша. Благовестие. Да хотя бы кредитки. Брат, нет, это. Давай я открою. Так. Это детская тут раздевается и одевается. Надя, газеты распечатали, по столу рассыпанные, надо связать. А где они? Давай там найди, разбирали, так, пожалуйста. Это батюшкина камера. Они стиранные. Ну все, отпраздновали. Самый важный праздник у первых христиан был. Начало проповеди. Благовестие. Понесли благую весть людям. А сегодня ничего нету. С цистернами воду гонят. Поэтому одна вода и остается.